мужики, вы же папу приобщили, да, к съемкам? Да. Молодцы. Новый канал. Заходим в здание нового канала. Ну, он, видишь, давай житый разум. Бачишь? Новый. Пришли мальчики с папой на кастинг. Передачи. Новый канал. Ну как, Ванёк? Вкуснятина, да? Вкусная пицца. Вот, если... Моя вкусная пицца в моем виде жизни. Нет. Нет? У мамы вкуснее. Да, у тебя. Это мороженое, которое никогда не заканчивается. Вкусное мороженое, которое никогда не заканчивается. Тихо, вы же его не снесите. Но оно все равно не останется. Как играет, прикольно. Прикольно играет, да, Илюш? Смотри, какой шляпе. На скрипке, видишь? Они приехали за покупками с мальчишками. Сейчас мальчишки пойдут, наверное, в игровую комнату, да, Илюш? Что-что? В игровую комнату пойдете? Да, пойдем, ура, игровая комната. Давай. В игровую комнату пойдете? Сейчас Богдан придет. В игровую комнату пойдет с вами Богдан. Ваш дружбан. Поставьте, сейчас. Давай подождем уже. Вика. Что такое? А выглядит как мыло. Да? Это такое печенье, видите? Плюшки такие. Двойное манго, кофе латте. Печенечку такую. Давай вот это. Это мне. 80, 85 гривен. У тебя есть деньги? Давай покупай, маму угостишь. А что такое? Только мама должна угощать, а вы маму. Нету. Вот заработаешь, придешь и угостишь маму. Я сам себя. Договорились? Я сам себя сейчас захочу.
паровоз едет. Смотрите, паровоз он будет ехать сейчас. Стой, под колеса не бросайся. Ну, здрасте, ты что? Что за шутки, Ваня? Ваня сейчас голову снесет, ты шо? Да. Рыбы наша страсть. Да, вон тут какие, ох, какие классные. Нет, это мама, это сом. Красиво так подсвечивает. Мама, это сомик? Да, вот это сомик, видишь? Прилипало. А кто на этом? Как у нас был. А кто на кораллах? Там? На кораллах тоже сомик, другой немножко. Вот он. А, это маленький, а это большой. Ну, тут чуть побольше, не видишь, немножко раз. Приехали на брейк. Давай. Здрасте. Здрасте. Переодевайся, иди скорей. Давай. Ваня. Ну что, отзанимались? Да. Да? Мы тренировались? Новые фишки выучили какие-то? Нет. Нет? Никакие? Да? Показывай. Какую? Показывай. Надо учить. Ну так покажите, что вы выучили какую. Ну мы еще не всю эту фишку. Ну так покажи, что выучили. Ну. Ну. Ух ты. Ага. Нет, две, а потом какой-то час забирает еще одну. Понятно. Я подумал, ой, я увидел, ой, кто позади меня. Мужики, как вам кофточка на маму? Хорошая. Ну, очень тонкая. Тонкая, ну это же на весну. Ты манекен, что ли, да? Манекен Илья. Еще один манекен Ваня. Это что за инсталляция, Ваня? Новый манекен. Спящий манекен. А, Вань? Шопинг не для мужиков, да? Вот так выглядят мужчины после шопинга. Все. Ванек наш. Бубик сдох. Устал, да. Замучила вас мамка шопингом сегодня, да? Нет, не замучила, потому что одно хождение было крутое. Да. В лабиринте. Да что ты говоришь? А ты снимала, как это было? Да. А ты снимала, как там, как будто в зоне квинов на три. Вон, вы все лбы по раз это самое, понабивали. Покажись. Покажи лоб свой, он красный. Да, точно. Ага. Зеркало. Налупились башкой там. А то вообще не видно ничего. Где зеркало, где нету? Волшебный мир, лабиринт. Тихонечко руки перед собой ставьте. Что-то непонятно, куда ты идешь, где. О, тут можно. Тихо, ты что лбом бьешься? Руки перед собой поставь. Ужас. Это что за олени? Ку-ку! Что, не достаешь, малявка? Хотите на коньках? Нет. Нет? Чего, боишься? Ты у меня трусишка? Только я не хочу. А? Я хочу, но не умею кататься. Ну так научишься. Я не хочу.
Смотри, как здорово. Видишь, тут все тоже, кто-то падает, кто-то катается. Кто-то учится, да, кто-то уже хорошо умеет. Кто-то быстро, кто-то медленно. По-разному, видишь? Смотрите, какой магазин кукол. Как настоящие, смотрите. Я знаю, что вы у меня не по куколкам, но все равно. Как настоящие детки, да? Так сделано классно. Да. Прикольно. Красиво. Красиво. О, какой! Динозаврище, какая пасть. Че пристаешь к динозавру, Илья? Пойдем. Пойдем наверх, поехали. Попой по-мужчинскому единорог. Давай, смотри под ноги, единорог. Спайдермен какой, видишь? На сетях висит. Я не люблю вот эту бабу. Горилла. Это этот самый. Ой, Кинг-Конг его. А вон там этот Бэтмен летает. Видите, на потолке? А Агагума... Кстати, Агагума даже больше. А вот тут рояль вон стоит за Спайдерменом. Там иногда играет пианист. Музыку всякую, да. Вон там, видите, стоит рояль? Да. Там играют иногда музыку. Пойдем дальше. Мы не вниз. Илюш, Вань, отходите, вы мешаете. Мальчики. В нашей стране на этой неделе погибло очень много невинных людей, очень много мирных жителей. Запомните, родные мои, раз и навсегда, на всю жизнь, нет ничего дороже человеческой жизни. Зажжем свечу в память погибших, чтобы она горела у нас. Поставим ее вот здесь. Чтобы горела свеча. И те души видели. Да. В память о погибших людях в нашей стране на этой неделе. Об этих глупых смертях. Мы зажигаем свечку. И запомните, мои родные. Нет ничего дороже человеческой жизни. И... Все мы пришли на эту землю, и все мы здесь живем, и нет ни границ. Все мы люди, неважно, кто ты, русский, украинец, американец, белорус, серб, хорват, англичанин, немец. Мы все на этой земле, мы все на этой планете, и мы все земляне прежде всего, и мы все люди. Прежде всего, это самое важное, что вы должны запомнить. Не имеет значения национальность, не имеет значения пол, не имеет значения возраст. Имеет значение только то, как мы относимся к человеку, как мы относимся друг к другу. Это самый главный и важный урок для нас на сегодня. Понятно, мальчики? Да. Вот. Ну, а мы сейчас, наверное, будем смотреть какой-то фильм, да, семейный, или мультик, или что-нибудь такое, чтобы отвлечься, развлечься, и очень-очень надеемся, что все эти ужасы у нас скоро закончатся. Это? Да? Да, я думаю. Я думаю, что завтра. Я хочу, чтобы уже это закончилось и началась мирная жизнь. О, а я думаю, что ночи сегодня. Мы очень-очень будем
на это надеяться. Ну что ж, а всем хорошего начала недели, отличных солнечных дней веселых, да? Да. Мы прощаемся с вами. Это были мы, Twins Fun Life, Ванюшка, Илюшка и я, мама Даша. Ну что, мальчишки, а что вы хотите сказать? Если вам понравилось наше видео, жмите пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Пока!